Некоторые, да. И никогда не пробовала алкоголь, стример зожница, скоро будет стримить сторонниками фитнес. Да, все правильно. Все правильно. Она не пьет, но ест. Я ем алкоголь, получается. Настя, почему ты взяла именно спорт? Есть же удобные классики городские, но стриты есть. Как я ездила на стрите. Я езжу уже год на байках. Сначала я ездила на стрите, на котором, ну, якобы удобно. Но на них одинаково. Я не езжу, ну, я живу в таком районе, где нету жесткого трафика, вот. И мне удобно. Я просто, так, пацаны, я просто люблю мотоциклы. Я живу специально около Sunset Road. Sunset Road — это вот эта улица. Это вот эта улица, где можно погонять. И вечером я одеваю наушники, выхожу, выезжаю на Sunset Road и играю в шашки. Мне не нравится ездить быстро, хотя я вот на выходных я разгоняла мотоцикл до 150. Но это просто так, знаете, для галочки, что типа это мой рекорд 150. А так я не люблю именно ездить быстро, я люблю ездить красиво. Ты не пьешь? А что не шахматы? А где Танюха? Я тоже люблю мото, но спорты не люблю, лежачая посадка не мое. Она не лежачая, вы же видите, как я сижу. Классный байк? Байк, да, у меня заебись, смотрите. Так прикольно, мы приедем скоро на стрим, и там будет новая аудитория, англоязычная. Вот, я не знаю, как вам скинуть будет ссылку, я не знаю. Подрезать других красиво, не подрезать. Если ты первый, значит ты первый, ты никого не подрезаешь, ты просто обгоняешь. Покажи, плиз, еще колесо. Так, я просто тут за это. Вот колесо, смотрите. Добрый вечер. Я еще хочу на заднее колесо встать на байке. Вот. Тут кони даже есть. Ну, просто скажи, как ник на Твиче, мы найдем. Да, потом, когда мы приедем, я покажу, и вы найдете трансляцию. Она не заморачивалась дизайном. Да, они вообще не заморачивают. Смотрите, тут есть конь. Ой, блядь, please look only, do not touch. Сейчас, подождите. Короче, конь. Смотрите, конь. Тут. Конь. Его. Вот. И коляска. Коляска. И написано, что нельзя трогать. Танюха идет. Ну что, заказала? Ты заказала? Почему тебе грустно? Что алкоголь отпускает. Чай отпускает. Чай. Чай пьем. Написано, потрогай на удачу. Они рисуют? Они, ну, типа, делают решение. А ты чего пишешь? Да, я попросил тебя писать Happy Second Anniversary on Twitch чем-то. По поздравлению. Ничего не знаю. Я все написала сама. Вот так. Твоя подруга Настя, у нее татуировки. Она кто? Она тату-мастер. Да, у нее татуировки. Да, это моя подруга. Но я их сама себе не делала, естественно. Татуировка. Ну, где ты нашла Татьяну? Она же научит тебя пить, по ней видно, что у нее большой опыт. Мне кажется, у меня больше опыта, чем у Тани. 100%. Это 100%. Вы просто все еще зеленые вообще-то. Вообще-то. А почему? Тут магазина нет рядом, где? А тут нету у них ничего. Попить? Чай.
чая нету? Да, сейчас спрошу. Да чуть-чуть можно. Excuse me, do you have... Банить вас начну, будете бежать, Таня. Поняли меня? А, вот. А, нет, это кофе. Это кофе? Здесь вообще ресторан, кофе. Блядь. Тут кофе, но они же что-то должны... У них здесь просто рестик. Если есть рестик, значит... Ты, вот, ты помнишь, о чем говорил... Как их зовут? Шинта и Фадя. Фадя говорил, когда он выключил микрофон, и у него по губам прочитали. Да. Вот я тоже выключила микрофон, спросила за этот самый, и они прочитали, что я спросила. И они все пишут, что я спросила. Не надо банить, Татьяна красивая, мне понравилось. Ну и нафиг. Конечно, не банить вообще. Настя, да, тоже красиво. Да, я могу их банить. А, ты их всех, можешь? Да. На пожизненно они могут, они вообще не могут писать тогда на... Все, не на кого будет начать. Нет. Блядь, ненавижу ждать. Я тоже ненавижу. Пойдем посмотрим на улицу. Там нет магазина рядом? Нету, да? 10 грамм хрумового. Хрумового? Кого? Хмурого. А, да-да, да-да-ра-да, да-да-ра-да, да-ра-да. Смотрите, какая штука есть. А почему вы торт не забираете? Его готовят? Да, его готовят и пишут. Вот. Кстати, давайте.